За прошедшую неделю с 5 по 12 число зарегистрировано 324 заявления сообщения граждан о преступлениях и происшествиях, один факт против жизни и здоровья, тяжкие телесные повреждения задержанных людей. Был совершен один грабеж, два разбойных нападения. Это связано с жильем граждан. Вот, и одно разбойное нападение на магазин. Там фигуранты установлены, осталось только задержать. Было изъято 2 единицы оружия. 29 граждан обратились по получению телесных повреждений. Было выявлено 4 факта незаконного оборота наркотических средств. Также было ликвидировано 4 наркопритона. Также было совершено у нас 2 ДТП с телесными повреждениями. Было выявлено 2 факта незаконного обращения с металлоломом. Изъято довольно внушительное количество металлолома, отправлено на УМТУ МВД Донецк. Также было выявлено 10 фактов изготовления и хранения самогона, ну и аппаратов для его производства. Без вести пропало у нас 3 человека. Скоропостижно скончалось 58 граждан города. За этот же период было составлено 103 административных протокола за появление в пьяном виде, 55 за незаконное обращение с охотничьим оружием, 14 административных протоколов. В торговом неустановленном месте 2 протокола. Мелкое хулиганство 4 протокола. Люди задержаны, находятся на ИВС.